Короче, едем по магазинам, едем. Потом расскажу, почему мы едем. Секреты раскрою вам. Смотрите и переключайтесь. Делаем скейт и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Моя тетуша скоро уезжает. Мы идем за покупками, отовариваемся, подарки она, я тоже своим сумочку передаю. Маленькую хотела, а Кэти как увидела, да? Говорит, только я там не помещусь, такая огромная. Ну, сами понимаете, хочется и внукам, и сыну, и маме, и внуке, дочке. Всем, понимаете? Не вижу их, но хоть как-то ж как. Такие мелочи купила, как будто там нельзя купить. Ну, в Турции от мамы приятно. Ну, сейчас мы заходим в Киев. Какие красивые самураи, парк. Кеты, посмотрите на кеты. А, кеты, вот такая у нас проверка. Так не пропустят. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Кэти, это новое. Такой сарай и парк открыли. Мы второй раз здесь. Невар. Эти, Кулап смотрит. Наушники. Видишь, он ничего не забывает. Что-то сегодня мало здесь людей. Куда бы все подевались. Чистенько, красиво. Мы зашли в Катон сюда. Вот мне здесь намного очень нравится Катон. Вот где мы были с Кэти, там не нравится. А здесь очень хороший выбор. Кэти идет в детский. Что, Кэти? Некадар. А с кем? Шир. 130 лир. 130. Мы зашли в Фло. Хотим купить ботосы нашим внукам, мальчикам. И Кэти хочет, и я. И вот я. Так, это очень маленький. Ерми, еды из Теоровну Мара. 27-й. Здесь очень маленький. Чок-кючук. Урда. Это для девочек. Ага. Моему внуку Деме. Сейчас мы что-то купить бабуле. Ерми, Ерми, еды. А с этой спиной. Знаете, у меня зума. Кэти хочет белые. Ерми, еды. Тетри. Марка Гюзель мы был? Нетикс, Феравик. Погалу, Гюзель. Цены, смотрите. Так, ну какой у меня сейчас? Вот такие 90 лир. Я спала, Дорого, говорит, здесь. Башка да бакажас ерди. Башка бахалам, чун бунлар... Индирим йоку. Мы все любим со скидками. Ой, носочки какие хорошие. А? Пешеки редери. Все,
Ашка, мне вот эти понравились. Посмотри, Деми. Кузельма. А? Эхендин мы? Эхендин. Росла где-то. Красиво. А вот эти какие хай. О, да. Ой, ми. Güzel değil mi? Aa. 26 numara bu. Какие классные. Bu mu? O biraz... Sport. Daha spor. Bu yürüyüş ayakkabısı. Классно. А здесь, а это, bu mu ne? Какая красота. Сейчас посмотрим в другом месте. 39. Ашкам букер клира. Шинды. Она калита лиды или. В общем, некачественная. Сколько мы всего прикупили? Идем домой. Идем домой. Собрание. Собрание у нас. Наш президент компании будет выступать. Закрытая конференция. Для всех бизнес-партнеров. Мы пришли в самый вкусный кебаб в Мерсине. Это как я вам рассказывала в одном из своих видео. Сейчас вот мы пришли вместе с Китушей сюда. Привет! Никого нету. Сейчас люди, не знаю, где они. Пушка, мне яичко в свое блюдо. Всегда за пол переполнено, сейчас не знаю почему нету. Потому что поздно мы пришли, да? Geç. Evet söylediğin zaman böyle geliyor. Evet. Paket. А когда домой вы заказываете, вот это вот такое приходит. Это патлиджан кебаб. Это? О, чей? Тавук канат. Ага. Ребрышки. Кишбаши. Сейчас потом ты будешь кушать это. Это? Это кишбаши. Это кушбасы. Мясо на шашлыках вот такое здесь есть. Это бне? Ну, бенде бле. Это что-то новое. Татлы му? Татлы değil, а yemek de. А, вкусное. Bu aradakiler domates, pişmiş domates. Мне кажется, это донер кебаб. А это кебаб, вот самый вкусный. Вот они пока принесли нам такое. Сейчас весь стол будет переполненный. Кети скоро едет к семью. Такая счастливая, моя Кетуша красивая. Домой хочешь, Кети? Да. За кем больше соскучилась? За внуками. А мужем? За внуками. Вот Ари смотрит твое видео, потом скажет. Сейчас мы будем кушать, я вам покажу, что нам принесут. Смотрите, как делают айран, откуда берут домашних. Видите, с крана наливают айран. Машина такая есть. Батон? Ну, вот так наливают. Айран. Ждем, проголодались очень. Принесли нам такие салатики. Вот еще добавили закусочки, лучок. Сейчас еще айранчик. Ждем с мясом. Мне принесли вот такой кебаб. Принесли мясо жареное. Что ему принесли тиерашки, тиерчик сыр. Смотрите, хлебушек. Буджиер мы? Ciğer. Tantuni gibi yapıyoruz. Böyle. Как tantuni diyorlar. Böyle. Ondan sonra biraz bu. Biraz. Bu. Biraz bundan atarsan. Luk jareni. Ki bu faydalı. Çok faydalı. Полезный очень. Ondan sonra
Böyle. Böyle. Ondan sonra böyle. Kendi neyseni yaptın. Gibi yaptım. Мои хорошие, после вкусного ужина мы решили прогуляться по набережной. Ну, не переполнено, людей мало, потому что немножко что-то прохладно стало. Вот наша набережная, музыка в заведении, посмотрите, какое море. Спокойное такое. Я смотрю, что здесь уже почистили. Убирают. Сейчас пойдем подальше и посмотрим, что это. Там какие-то ребята на арабском разговаривают. С кем это интересно? Продолжаю снимать. Красиво все. Кеты со Шкымом. Кеты, говорю, тебе понравился? Говорит, Мерсин очень. А он говорит, Мерсин красивый летом. Но я, говорит, обязательно приеду летом. Кеты не дождется, когда уедет уже. Так трудно ей было здесь работать на дому. Рыбацкие лодки. Пляж, видно, чистят. Но летом здесь так классно, так весело. Все, Кеты уезжает. Грустно. Очень грустно. Когда она здесь была рядом, мне было как-то легко, что раз в неделю мы с ней встречались. Поболтали, посплетничали. Я рассказывала ей о своем наболевшем. Когда кто-то уезжает, всегда грустно. Вот вчера уехала моя свекровь. Завтра уезжает Кеты. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Жизнь продолжается. Надо жить и радоваться. Что делать? Еще раз повторюсь, что кто-то уезжает, кто-то приезжает. И печаль, и радость, но... Надо двигаться вперед и брать позитивы от жизни. Грустно, но ничто не поделаешь с этим. А сегодня, знаете, что моя внучка, маленькая, самая, позвонила мне, представляете, мессенджер. Говорит, бабула, мама, она сейчас живет с моей мамой и научила ее по-русски. Хотя вообще она не разговаривала, маленькая. А ну бабула, бабуля, когда увидела Ашкыма, Ашкым да бурдавар. Говорит, Ашкым да, ну здесь и Ашкым тоже. Начала ему поцелуи посылать, он как побежал. В магазин накупил шоколадок. И, в общем, отправляем такую огромную сумку сладостей и всего там деткам подарки. Моему сыну, маме, дочери. Накупили сегодня, как только могли, такую огромную сумку. Повезет Кеты к моей кровинушке, моим родным и близким. Ну что, друзья, наверное, сейчас буду заканчивать и покажу вам, как мы будем провожать Кеты. Пока. Ну что, мои хорошие, вот и настал тот час, когда мы провожаем Кеты. Как печально, но что делать? Ее ждет семья. Внуки, любимый муж. Так что вот мы уже на остановке ждем наш автобус. Вокзал Мерсина. Пешком. В ожидании все. Остались какие-то считанные минуты, и Кеты нас покинет. Она такая вся в радости, в предвкушении перед дорогой.
Сегодня погода в Мерсине пасмурная. Дождик. Сегодня 1 или 28. Сегодня 1 марта. Наш автобус еще не подъехал. Ну что, пожелаем Кэти счастливой дороги и удачного путешествия. Чтоб приезжала в гости к нам, в гости, а не работать. Хорошее место, да? Да. Садись ты, расположись. Ради Кэти, извиняюсь. Ты еще...